Привет, с вами Татьяна Ким. И сегодня мы будем делать DIY обложки тетрадок. 5 тетрадок. Вот такие вот. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Смотрим. Для этого нам понадобится 5 тетрадок, и мы выбираем одну тетрадку, берем листок А4, потом обворачиваем этот листок в тетрадку, чтобы была как бы обложка. Нам понадобится карандаш и стерка, может быть линейка, и черная ручка понадобится. Потом забиваем в гугле. Вы должны будете забить в гугле, какая вам понадобится картинка, например, няшный котик, няшная собачка, какие-нибудь мемы, и рисуем. Рисуем сначала карандашом, потом обводим черной ручкой, чтобы было видно этот рисунок хорошо сдалека. Все буковки, все точечки хорошо обводим. Если вам нравится это видео, ставьте лайк, наберется 25 лайков, и я выложу вторую часть. Потом вот этот весь карандаш мы стираем с рисунка, чтобы его не было видно. Нам понадобится клей ПВА потом. Вот нам понадобится клей ПВА, и намазываем на саму тетрадку, просто приклеиваем. Если это не сверху, снизу лишнее, то это просто отрезаем. Можно отрезать ножницами, можно отрезать канцелярским ножом, но лучше всего это делать ножницами. Вот и мы отрезали, и получилось вот так. Берем другую тетрадку и берем какой-нибудь рисунок. Я сделала это... Короче, раскрасила просто листочек в клеточку разными цветами. Я поклеила, закрепила это все скотчем. Можно и клеим ПВА, но эта бумага разойдется. Потом берем еще одну тетрадку, снимаем с нее все и обворачиваем 5 белых бумаг. И берем какой-нибудь журнал, режем его на треугольнички, можно на ровки. И выставляем рисунок, можно как видео мазика, как я это сделал. Можно какой-нибудь рисунок сделать, еще какой-нибудь. Мне больше всего понравилось алмазик. Он делает из треугольничков. Потом, когда мы сделаем рисунок, просто приклеиваем. И украшаем, если вы захотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии, что-то обязательно. И всем пока-пока.